Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Так, ну что же, давайте заберем все, что у нас здесь есть. Я вижу, также у нас новый житель. Мои ребяточки вернулись со спецзаданий. Вау, костюмчик получили. Так, покрасочку. Переделать можно будет комнатку какую-нибудь. Так, где у меня новый житель? Вот, моя барышня идет. Оу, а вот этого надо оживить обязательно. И возвращение, конечно же, на базу. 17 часов будет бежать. Так, забираем. Что у нас тут? Да у нас, в принципе, это все есть. Это нам не нужно. Оу, ты посмотри, кто тут пожаловал. Ох, ребята, сейчас будет жаркая у нас бойня. Так, надо будет хорошенько подготовиться. Так, молодец, что подкачался. Эти у меня тут зубрят. Как говорится, гранит науки, камень. Ну, давайте валим, валим этих. Ай, какие же они мощные. Не получится взять нахрапом, ребята. Оу, срочно, срочно хиляться обязательно нужно. Эй, что за дела, я не понял. Все, убежали, фу, повезло вам. Так, куда они? Причем, да, когда они нападают на нашу базу, все мои ребята, которые в ожидании стоят, почему-то всматриваются. Смотрите, робот прибежал. Наполовину весь покоцанный, но тем не менее, за честь нашей базы он будет их жарить огнеметом до последнего. Да, как говорится, хоть сдохну, но подобью хоть одного. Но здесь почему-то, мне кажется, не получится у нас это сделать. Да, они перемещаются в следующую комнату. И тут мои ребятушки уже начинают. Что они начинают? Да ничего. Абсолютно. Один, по крайней мере, уже упал. И это уже плюс для нас. Ну, нет, убежал. Один остался. В общем, здесь его мы и похороним сейчас. Смотрите, а этот роботек-то мой не отстает от него. Все, ребят, хорошо, что у нас так получилось. Все довольно легко и просто, без жертв. И у нас 15 уже, как говорится, пунктов выполнено из 40 происшествий. И вот мои ребята возвращаются. Так, ну что же, давайте собирать. Жилая комната подземка. Братство стали. Но это все у нас изучено, поэтому мы получаем с вами только крышки. Столовый институт. Все, да? Пускай заходят. Так, кто у меня следующий? Следующий. Ага, вот. Продаем обычные предметы. А вот это уже забираем. Кирка нам достается, 1121. Вау, столовая, братство стали. Это хорошо, но это все в крышке мы пускаем с вами. Столовая подземка тоже идет на крышке. И... а, столовая институт. Странно, нету. Минитмены на крышке. Все. По-моему, ребята, больше у нас никого нету. Вот остается только лишь у нас житель один неприкаянный. Так, что у нас здесь? 29 уровень. Так, а здесь 12-й. Они, кстати, очень медленно развиваются, потому что, видимо, стоят на месте. Да, это, конечно, плохо. Так, ну что, нам 5 дней еще нужно ждать. Довольно-таки так немало, но я предлагаю, наверное, все-таки отправляться уже в путь-дорожку. 84 жителя из 92, скоро будет соточка. Так, ты у меня что тут делаешь? Давай-ка мы подхилим тебя маленько. Так, отлично. Кто у меня? Вот. Эндрю тоже у меня покоцанный. Пускай они будут все здоровенькие, крепкие. Так, Чарли. Ну как же так, родной? Ты должен быть у меня в боевой готовности. Неужели все остальные... подожди-ка, подожди-ка. Вот, Роберт. Отлично. Кто еще? Следующий кто у нас будет? Так, я вижу, вижу. Вау, Мишель. Так, подождите, у нас еще там, по-моему, один житель. Все, да, кажись? Так, подожди-ка, Вилли Харрис. Давайте вот так вот его подлечим. Ну, вроде бы как и все. Все здоровые, все целые. И чувствуют себя прекрасно. Так, ребят, давайте выбирать задание. Подготовка короля пещер. О-оу. Слушайте, я думаю, что нужно брать это задание. Не знаю, что оно из себя представляет, но тем лучше для нас. Мы, по крайней мере, с вами посмотрим, что оно из себя представляет. Вот, видите, у меня только здесь максимальные ребятушки для этого подойдут.
Вот так и вот так. Ну что же, начинаем задание. Ну, это еще не все, поэтому давайте-ка следующее выбирать. Черный волк обязательно возьмем, потому что там уже, как видите, лаунчбокс нам предлагается за победу. Я думаю, что туда не очень мощных возьмем. Вот так вот. Стимпаки, естественно, ребята. Стимпаки и ротпаки по любасику мы будем брать, потому что без них всякое может быть. И последний состав. Так, проверка экспериментов. Волтек, волтек, ботаника, целься в голову, дипломатическая миссия. Ну-ка. Есть. Оу. Так, я понял, ребят. Сюда нужны только раскачанные ребята. Ну, тогда. Ну, давайте вот это, наверное, с вами возьмем. Просто для того, чтобы они хотя бы у меня прокачались маленько. Так, выбираем этого. Кого бы нам еще? Так, Тимати возьмем. Хотя он уже не новичок далеко, но все-таки пускай. Так, подожди, а почему это у тебя? Ах, там нужно еще, видите ли, определенное оружие. Ну, ладно. Давайте возьмем с вами. Блин, вот это вот. Все, отлично. Так, и бронечку, естественно, поменяем. Это походный костюм меня просто убивает. Костюм бомжа. Во, давайте вот эту улучшенную форму братства стали. Ну что же, отправляем их. Путь, как говорится, в дорожку. Попутного ветра им в сраку. Все. Надеюсь, все будет у них хорошо, все удачно. Прибегут они быстро. Ну, ребята, а мы с вами запускаем этого жителя. Так, приодевать я... О, вы посмотрите, опять бежит крышка с бутылкой. И как всегда вовремя, когда я собираюсь заканчивать видосик. Ну, естественно, ребята, мы увидимся с вами чуть-чуть попозже. Так что вы далеко от экранов не уходите. Потом мы уже будем делать эти задания. Ну, а пока все, ребятушки. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Fallout Shelter. И, естественно, по традиции, мы будем сейчас с вами проходить те задания, на которых мы отправили своих жителей. Их ровным счетом 3. Так, начнем, пожалуй, нет, подождите, мы сейчас будем не это делать. Вначале давайте вот так вот сделаем, потом у нас, смотрите-ка, новый житель бежит, это Алиса Бойд. Отлично, давай, Алисонька, беги. Я знаю, наверное, куда ты у меня сразу же пойдешь. Так, давай, не стесняйся, заходи к нам домой. Мы тебя вот сюда поставим. Так, отлично. Соберем вначале все эти ресурсы. Вот так, так. Смотрите-ка, у меня пистолетик готов какой-то. Вау, это базука, которую я себе когда-то заказывал. Я ее обязательно кому-нибудь поставлю. Смотрите-ка, у меня тут довольно неплохо, ребята, выучились за этот период времени. Так, вроде бы все, да? Вот это все забираем. Так, с едой, с водой, как говорится, с электричеством у нас нет никаких проблем. Значит, я могу спокойно отправляться. Да ты посмотри, а? Ты посмотри, что происходит. Бутылка с крышкой вдруг меня решили навестить. Так, здесь у нас собираем. Блин, надо было собрать только ретки. Зачем я собрал все? Хорошо, ладно, бог с ним. Республиканское облачение. Ну, давай, хорошо, пускай будет. Так, крышка, блин, ну, неохота как бы и ждать, чтобы они тут плясали, веселились в то время, как у меня ребята стоят на задании. Поэтому я решаю все-таки начать наступление. Погнали. Так, загрузочка, давай, не томи, быстрее, как говорится, мои зрители ждут приключений. Ну что же, проверка экспериментов Волтек. Поговорить с жителями других убежищ. Поговорить с жителями других убежищ. Так, хорошо, погнали. Так, карта-то у нас здесь, ну, не такая уж и большая, в принципе, так что я надеюсь, здесь без заварушек все пройдет. Вау, ну-ка, что вы нам скажете? К нам проник враг. Я не враг, я друг. Вы не получите наши тайны. Да ладно, завязывайте уже. Наши драгоценные, драгоценные тайны. Да хорош, вы успокойтесь. Так, тайны, какие тайны? Не волнуйтесь, мы сохраним ваши тайны. Мы ведь даже сюда не приходили. Мы выявим из вас ваши тайны. Ух, давайте вот это первое возьмем. Ну, тайны. Какие тайны? Под дурачков закосили. Суперсекретные секреты. Вот что. Мы никому их не выдадим. Да что ты. И все, что ли?
Я чувствую, это верный путь. Слушай, ты слишком много чувствуешь чего, но толку от тебя никакого. Тайны нам, ребята, никакие не сказали, а? Так, подожди-ка. Вот этому даже с вами винтовочка какая-то. Дешевенькая, ну, что ж поделаешь. Ну, давайте спускайте. Вы что, хламоны, совсем уже, что ли, припухли? Без моей команды никуда, а? Даже боятся куда-то шагнуть. Так, а здесь что? Шпионить — это все, что мы умеем. То, ради чего мы живем. Я очень за рад, ну, за вас рад. Рассказывайте о своем убежище, а то хуже будет. Оу, а вот это уже заявочка. Да. Так. В атаку, ребят. Или вот важная информация. Она под землей. Да, вот так вот мы с вами ответим. Ну и что? По-вашему, мы идиоты? Бей их! Оу, вот это вы, ребята, сделали большую-пребольшую ошибку. Вот что я вам могу сказать. Ну, давайте, мои родные, разбираем этих охламонов. Как говорится, не щадим этих девочек. Хотя с виду они очень даже прекрасные, выглядят мирно, но шпионы, как говорится, должны за это заплатить. Слушайте, а почему у меня барышня без шлема вот этого вот, а? В этом костюме? Странно, вам не кажется? Так, хорошо, еще одно задание выполнили. Слушайте, а сколько их здесь будет? Ага, еще одно, значит, где-то будет еще одна команда. Если они не дрейфанут, я думаю, что-нибудь нам хорошенького дадут. Ну, тараканы — это не беда, сейчас мы с ними разберемся. Меня вот интересует вот тот вот сундучок, который там стоит. Слушайте, ну, наверняка здесь есть такой вариант ответа, который, как говорится, без ущерба для нас, для врагов. И мы бы, может быть, даже получили бы с вами какие-то плюшки. Вот, например, я здесь достаю винчестер, видимо. Здесь тоже обрез. А тут стимпаки. Нужно точно сюда. Так, 22 уровень ты получаешь, молодец. Тогда идем сюда, как ты говоришь. Ну, давай забежим в эту маленькую комнатульку. И у нас... Что тут у нас такое там? Так, а у нас там какие-то тараканы никчемные. Я думаю, почему я не могу сундучок вот этот открыть? А, потому что они мешают. Ладно, сейчас быстренько с ними разберемся. Это у меня зондер команд, как вы знаете, очень хорошо прокачанный. Вы также не забудьте, что у меня сделана базука. Ох, если... Подожди, ребята, вернемся, таракана не облутали. Лопата все-таки, как-никак. Подожди, давайте бежим сюда. У меня сделана базука, и если я ее поставлю кому-нибудь в руки, он будет наносить урон абсолютно всем находящимся в комнате при боевке. Ну, честно говоря, по-моему, не очень большой урон, но тем не менее сразу всем, там, троим, пятерым, сколько их там будет. Ага, смотрите-ка. Привет, жители убежища. Здорово. Я смотритель и главный шпион этого убежища. Хорошо. Наша специализация — тайные. Но мы с радостью дадим вам что-нибудь материальное. Ты прикалываешься. Что выдать вам в дорогу? Варианты ответов. У вас ведь, конечно, есть какое-нибудь секретное мощное оружие. Ну, может, дадите нам роскошные шпионские костюмы? К черту тайны, нам нужны только крышки. У нас есть несколько секретных проектов, для которых нужен хлам. Давайте, наверное, мощное оружие. Я надеюсь, у них найдется для меня хоть что-нибудь. Только дайте действительно мощное, а не какую-нибудь там винтовку, блин, древнепотопную. У меня есть только это. Если нужно, берите. И, ну, ладно, ребят. Дареному коню в зубы не смотрят, нам дали с вами снайперскую винтовку. Кстати, да. Давайте-ка мы заодно и посмотрим. Может быть, она и будет крутая. 10-12 урона. Нет, к сожалению, ничего крутого я в ней не вижу. Ты смотри-ка, кроты вылезли. Учуяли гады, что мясом запахло. Так, ладно, мы пока подхилимся с вами. Стимпаков у нас хватает. Ну, ратпаков тоже достаточно. Так что, я думаю, никаких проблем у нас не будет. Где мои криты, а? Ребят, почему я давно их не вижу? Во, только стоило сказать. Ну, давай. Оп, трехкратный урон, замечательно. Все, главаря мы завалили. И этих охламонов, естественно, сейчас тоже перечикаем всех. Так, последний остался. Ух, и это только первое задание, еще два впереди. Шикарно. Подожди. Что-то я вперед, батьки, бегу. Надо облутать же, естественно. Что все время забываю я. 26 уровень получает у меня дамочка в супер бронике.
И у нас, как видите, последний этаж. И, ну, естественно, тут должны быть у нас тараканы. Почему не хватает только здесь муравьев или пауков, или еще какой-нибудь живности? Ну, ладно, хорошо, сейчас разберем без проблем. Вы будете бомбить или нет? Стоят там, чешут себе одно место. Все? Давай, о, чертежик, вот это хорошо. Ну что, осталось тут пробежать совсем маленько. Тараканы, ладно. Это легкая добыча, нажива, легкие враги. Давайте, я даже крит не буду на них тратить, потому что мне жалко, просто-напросто. Сейчас мы их так расстреляем. Так, я думаю, еще, наверное, комнаток две будет, наверное. Так, лутаем. Фигня, ратпаки, ну, сгодятся, хотя здесь вряд ли они нам пригодятся. Так, еще одна большая комната, и опять у нас здесь тараканы. Слушай, я ничего не пропустил, давайте-ка хорошенечко сейчас мы с вами проглядим. Да нет, вроде бы все собрали, все чисто, чинно, благородно. Как говорится, жить не дают спокойно нам. Забомбили и ничего не дали. Вот здесь только возьмем один стимпак какой-то захудалый тут остался у них. Еще видно, с прошлого века завалялся. Ё-моё, блин, они шпионы и не могли здесь себе ничего нормального залутать, а? Ну, охламоны, ну, вот жулики, жульены, я не знаю, как их назвать еще, а? Ну, давайте, не подведите меня. Эй, подожди, роднуля, ты хорош, завязывай. Почему у тебя радиация идет? А, видимо, рат-таракан тебя немножко покоцал все-таки, да? Охламон тут несчастный. Ну что же, все, какой круто, ничего крутого я не вижу, блин. Как раз-то и не круто все здесь, очень даже плохо. Ладно, побежали, будем возвращаться в убежище. У нас еще там две командочки ждут наших приказов. Естественно, будем выполнять миссии. Ну и, соответственно, сразу же автоматом отправим их на следующий. Так что не стоит об этом забывать. А почему я делаю все время сразу же? Чтобы к следующему запуску у нас уже не были готовы. Так, дойти мгновенно. Да, ребят, не получится. Придется нам, наверное, наслаждаться тем, что мы сегодня их просто пройдем. По 5, извините меня, бутылочек тратить, колы, это очень-очень дорого. Что такое? А, фу ты, я уже думал, какая-то распродажа. Нет! Ну что, красоту... У меня две красавицы? Хоу, да это вообще просто, как говорится, радость, фарт, я не знаю что. Так, кого нам, во-первых, нужно? Давайте-ка мы с вами прицелимся. И у нас на складу нет никого, это ладно. Так, ты, роднуля, у меня 7-й уровень получаешь. Станция очистки, нужна пешечка. Да, пожалуй, мы кого-то вот сюда отправим. Так, пешечку нужно только лишь найти. Думаю, этого труда не составит. Вот, смотрите, костюм киномана P4. Я думаю, что лучшего мы не найдем. P1, тут P2, P3. И, в принципе, и все. Да, P4, костюм киномана, как вот немножко не клеится, вам так не кажется, но ты смотри, довольно стильно выглядит. И в ручонке мы тебе дадим, блин, дробовик. Да, будешь у меня с дробовиком там охранять территорию, если что, на случай нападения там всяких тараканов. Так, хорошо. И еще нам нужно с вами... Так, а у меня вот здесь вот что? Так, полностью или не полностью? Я уже забыл, честно говоря, как смотреть мне статистику. 6, да, нужно? А у меня 4. То есть одного человечка я могу сюда еще поставить. И для этого нужна Ашечка. Ашечка, алкашечка. Так, сейчас мы ее найдем. Вот здесь она должна быть. А6, платье для свинга. Фу ты, ё-моё, хорошо, что для свинга, я правильно прочитал. Фу, что-то в голову лезть не то. Хорошо, мы сейчас поставим ей тоже какое-нибудь оружие. Это у нас будет, наверное, вот из этих рядов. Слушайте, ржавый огнемет, я думаю, что я возьму на вооружение кому-нибудь другому. Пускай она будет у меня со снайперкой. Да, со снайперкой будет защищать все-таки наш огород, сад наш любимый, с которого мы все питаемся. Так, 15 уровень здесь у нас получается. Здесь 18-й. И того еще 8-й. Да, вроде бы как и все. Станция у нас пиликает на скрипке, как и пиликала. Это хорошо. Ну, давайте сразу же приступать к следующему заданию. Черный волк.
Это называется так задание или это называется моя команда? Черный волк, в принципе, неплохо звучит, а? Black Wolf. Выследить следопыта. Оу. Хо-хо. Таких миссий я давненько не помню, чтобы мы кого-то выслеживали. Но давайте посмотрим карту. Оу, карта солидная. Хорошо. Для нас чем больше, тем лучше. Кажется, направление верное. Ну, я надеюсь, потому что нам по другому пути пока... Оу, рейдеры, красавицы ты мои. Смотрите, а, две барышни, плюс этот лохламон обросший весь. Хоть бы побрился бы, несчастный. Но придется тебе так и упасть здесь. Вот так вот, все. Так, чертежик взяли и лутаем, естественно, этих рейдеров. Получаем с них, даже винтовку заработали. Я думал, что будут только крышечки. Так, хорошо, бежим. Естественно, поднимаемся. Сколько здесь этажей? Наверное, будет штучек 6, я так предполагаю. Перемещаемся сюда. Ну, ты смотри. Значит, следопыт это будет один из рейдеров. Я, скорее всего, к этому склоняюсь. Не знаю, как вы там думаете. Так, один готов. В принципе, где один, там и второй, и третий. Все, и я обязательно их залутаю. Все, тихо, тихо, тихо. Надеюсь, никто не будет возражать, если я это возьму. Нет, можешь брать все, что хочешь. Я тебе разрешаю, с моего позволения. И как можно быстрее. Ох, как вы хорошо с ними разбираетесь. Неужели они такие легенькие, ватные, а? Да, не повезло. Мы тут с вами, ребят, практически без потерь, я чувствую, пройдем. Залутаем крыжик. Оу, даже костюм получили, какого-то эмиссара или... Черт, что, в каждой комнате будет? Дайте хоть немножко-то вздохнуть свободной грудью. Так, раз, два, три, четыре этажа, ребят, где-то примерно будет здесь. В принципе, я-то не против. Мне жалко рейдеров, вот этих вот несчастных, которые просто будут сейчас спадать от нас. Буквально, как только мы их увидим. Ну... Ну, заезжаем, заезжаем, ребят, не стесняемся. Что в самом деле-то? Смотри-ка, чисто, чертеж достается нам. И еще что-то, ух. Веселуха началась. Ну, здравствуйте. Усатый, ты как, нормально себя чувствуешь, а? С бейсбольной битой против моих пушек. Да. Нет, смотрите-ка, один все-таки тут у нас с пушкой стоит. Достоялся, теперь уже лежит. Обязательно залутаем их. Вот. И поднимаемся выше. Осталось ровно половина того, что мы с вами прошли. Так, газуем. Опять они. Оу, ага, тут у нас, ребята, немножечко все пожестче. Тут у нас уже якобы босс, но он тоже, смотрите, ватный. Ну, там уже кто-то упал. Так, я подхилиться смогу? Да, у меня 7 стимпаков. В принципе, этого нам за глаза. Оу, девочку мою разбирают. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Пятикратный урон выпал. Эх, ветром бы его просто сдуло. Все, зачистка была полная. Ну-ка, что у нас здесь выпадает? Опачки. Автоматик, замечательно. Просто шикарно. Крышки, крышки, крышки. Стимпаки и, опять же, крышки. Что-то так много тут. А, ну да, конечно, мы сюда пришли. Целая зондеркоманд нас встречала. Ну и, как говорится, теперь она лежит, а уже даже не лежит, даже трупик не осталось, потому что мы их всех спустили на крышки, продали их, прям так, без пакета. А это что за олух? Ботаники-воины, вы защитили меня от рейдеров, и за это я буду в вечном долгу перед вами. Мой народ называет меня Черный Волк, но вы можете звать меня просто Стив. Вы ведь уже знаете про человека-кротокрыса? Он живет на том заводе, и там же обучает своих... красоток. Обращается с ними так, словно они его дети. По-моему, он спятил. Ух ты! Вот, Стив. А я бы не против был, если бы ты пошел бы в мою команду. Как же мне этого хочется. Мне нужны хорошие, обученные ребята, а не с нуля начинать каждого. Но, тем не менее, он нам дал... как его? Корзинку-то эту, ё-моё. Я уже забыл, как они называются уже. Жесть какая-то. Так, ё-моё, тут же рейдеры, а я бегу уже к сундуку, хапаю его. Ну, давайте, ланчбокс, вот, ё-моё. Ну, мне бы, честно говоря, хотелось бы еще получить переносочек бы новых животных. Давно мы с вами уже не видели, я уже соскучился по новым каким-то видам. У нас, кроме как собак и кошечек, больше никого и нету. Да, жаль. Хотелось бы каких-нибудь попугайчиков там.
кротиков. Смотрителем ты? Ха-ха-ха. Кто-то тут хотел мое место занять, что ли, я так понял, да? Правильно смеешься. Если бы ты надо мной посмеялась, я думаю, тебе бы и не поздоровалась. А над ним можешь. Так, ну что, ребята, здесь мы тоже с вами все сделали, выследили. Возвращаемся в убежище. Естественно, наверное, быстро не получится. Да, ланчбокс мы получили с вами. Сейчас затребует у нас, естественно, ядерколу. И сколько бутылочек нужно будет для этого? Ну, давай, 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 загрузочка, ну не томи, в самом деле. 4. Нет уж, перебьемся. Хотя у нас, ребята, 10 из бутылок, но все равно я их пока тратить не собираюсь. Ну что же, а нас в этот момент ждет последний, третий бой. Ведь последний же, да? Да. Последний, остальные все пока у нас бегут. Так, и у нас называется здесь «Подготовка королей пещер». Вот так вот, вот это название, да? А короли пещер у нас кто? Я так подозреваю, что это будут у нас кроты. Осмотреть пещеру. И что-то мне подсказывает, что, может быть, здесь будет даже какой-нибудь боссик. Ну, естественно, боссика мы порвем. Можем даже не сомневаться об этом. Так, карта. И в первую очередь... Ой-ой. Карта довольно-таки... Цель все ближе. Естественно, ближе. Вы, главное, у меня тут не расслабляйтесь. Потому что нам предстоит эту цель уничтожить. Вау, вау. Оу, ядерколос. Замечательно. Шикандос. Чертеж. Вообще круто. Так, мухи летают и... Ну да, в принципе, ребят, кто еще может у нас в пещерах находиться? Конечно же, кроты. Хотя, может быть, поговорить... А, погоди. Поговорить с другими участниками соревнования «Короли пещер»? Так, все, ребят, я, кажется, кое-что понял. Мало того, что мы здесь... Так, подожди. А, все, забрал. Мало того, что мы здесь должны вот это все обсмотреть, здесь еще будут у нас якобы конкуренты. И у нас будет, наверное, два выбора. Или оставить их в живых, но что-то им отдать, или их просто-напросто замочарить и забрать все. Или же мы как-то разойдемся полюбовно. В общем, мы посмотрим. Ну вот то, что здесь гули, причем они радиоактивные, это, конечно, для меня очень плохо. Сейчас они будут заражать. И, как всегда, да, смотрите-ка, я вижу, что тебе требуется помощь, я тебе иду на уступки. Довалите вы этого босса уже, а, гуля этого несчастного. Ну-ка, быстро его отправьте к праотцам. Все, отлично. Лутаем, пистолет дешевый дал, как всегда, хламон зажал, все, что ему не жалко. Так, ё-моё, я на сундук кликаю, мы же тут уже и здесь сундук пропустил. Оу, что-то я, ребят, вперед. Батьки-то в пекло лезу, надо же аккуратно все просматривать. Ну, давайте навешаем ему немножко люлей. Угу, хорошо. Так, чертеж, этого лутанем. И вот здесь вот давайте тоже. Все, в принципе, пока хорошо. Продвигаемся. Подожди, сундук. Пистолетик. Пистолет, опять же, никчемный. Наверное, это сюда. Погоди. Не может быть, тупик. Ага, значит, нам нужно бежать обратно. Да, было бы прикольно, если бы мы могли бы как-то вот захватывать вот эти шахты, да, положим, и могли бы здесь что-то добывать, какие-нибудь ресурсы. Но почему-то ребята из Бешеды не решили так. Их вполне устраивает и вот такой расклад, причем он уже долгое-долгое время остается неизменным. Но, тем не менее, игра... привлекательная и очень... О, вот они, конкуренты, ага. Мы думали, что вы стадо браминов. Медленных и шустрых браминов. Ну и что дальше? Ё-моё, ловкачи, извините. Пропустил маленько, ребята. Так, мы все еще вас видим. Значит, придется остановить вас, начинающий ниндзя, прямо здесь и сейчас. Мы все еще вас видим. Давай так вот сделаем. Попробуем полюбовно. Так. Кто забыл стелс-бои? И все? Да, похоже, это рядом. Я-то думал, что они убегут и что-то оставят. Но хорошо, по крайней мере, нам не пришлось их убивать. Но зато, как видите, у нас тут гули. Кстати, надо будет еще наверх слетать.
на лифте. И внизу у нас практически целый этаж. Так, слушай, у тебя, конечно, я понимаю, все хорошо, костюмчик у тебя четкий, офицерская форма. Но на офицера ты почему-то не тянешь, слишком уж ватный и быстро разбираешься. Меня не устраивает это, учти. Добыча — это главное. Да, в принципе, как бы ты и прав, что добыча — это главное. Но я бы сказал, что какая добыча — вот это главнее. Хорошая добыча — это да. А если какой-нибудь такой никчемный лут, и когда вот ради этого лута заморачиваешься вот с этими вот бронинами, точнее кротокрысами, бронины — это совсем другие. Вот. Оно не оправдывает себя, ребят. Оно отнимает наше время на пустяки. Во, лут, хлам получили. Это наверняка пригодится. Надеюсь то, что это нам пригодится для следующего крафта. Но базуку в любом случае кто-то у меня из вас получит в руки. Смотритель непременно отправит нас на соревнования Королей Пещер. Да, ребята, я бы вас с удовольствием отправил, но вы уже здесь. Оу, еще 3 бутылочки. 4. Слушай, ребят, вообще шикарно. Может быть. Так, все, мы здесь сделали. Так, сейчас мы посмотрим, и я приценюсь, сколько это примерно у меня в общей сложности получится по бутылкам, если бежать. Так, те просили 4, эти 5. Это получается 9. Так, 4 я взял, плюс у меня 10 было, это 14. То есть получается еще 5 бутылок, да, в запасе. Они одну требуют. Естественно, побежали, подтверждаем. Давай быстрее, ребятушки, бегите. Отлично. Так, продать обычные предметы. А вот это вот все собираем. Костюм священника. Легенда пустоши у нас достижение. Ха, прикольно. Так, это мы забираем. Ну, это у нас все есть, изучено. Закрываем. И минетмены тоже у нас изучены. Так, хорошо, ребята. А, подожди-ка, столовое братство стали. Смотри-ка, здесь еще изучать. В принципе, очень даже хорошо. Так, 14 уровень получает у меня житель. Крышка с бутылкой, естественно, уже смылись. Как говорится, наплясались, натанцевали здесь. И ушли во свояси. И причем у нас 24 тысячи крышек. Мы сможем, наверное, с вами что-то этакое заказать. У нас осталось только лишь сюда. Комната фильтрации воды. Слушайте, комната фильтрации воды. А я уже и забыл, стоит ли она у нас. По-моему, так, это станция очистки. Это у нас сад, теплица. Блин, что-то мне подсказывает, что вот это вот и есть комната фильтрации воды. Вот что значит не играть давно. Так, пункт разлива. Нужно 100 жителей. Да, еще долго ждать. Так, ядерный реактор, гостиная, мастерская тем. Да, ребят, скорее всего, это и есть у нас про воду. И здесь добывается водичка. Да, поэтому я не буду ее брать. Нам останется только лишь одну комнату приобрести. Ну и, в принципе, наша база будет развита. Так, а теперь давайте вот этих вот возвращать. Да, подтверждаю. Естественно, мы сейчас с вами заберем все, что нам нужно. Вот это мы продаем, обычный хлам. А вот это собираем. Отлично. Так, и здесь закрываем. Все, и последняя моя бригадушка. Дойти мгновенно. Так уж и быть. Сделаю я им такую жест доброй воли, чтобы все добежали. И чтобы сегодня же мы их смогли. Ох ты, зажигательный пистолет института. Ну, штурмовая винтовка, понятно. Так, это у нас все есть. Закрываем, все. Так, а что вы стоите, не заходите? Заходите, родные, не стесняйтесь, будьте как дома, потому что я сейчас вас сразу же, моментально практически отправлю на следующее очередное задание, чтоб вы у меня не расслаблялись. Я даже вам не дам тут отдохнуть, развеяться. Так, и секунду, у нас же еще лаунчбокс. Ну-ка, смотрим. Так, энергия, понятно. Что такое? Ну, армейская изолента. Да, легендарный хлам. Ну, это все-таки хлам. Крышки 500 и житель Мэтью Хелл. Отлично, хотя бы в этом нам повезло. К
нам идет Мэтью. Будем его встречать. Я надеюсь, он уже готовый, в броне, все как полагается. Так, я вижу, у него броня этого бейсболиста, или американского футболиста, как это правильно. Ну, забегай. Да, ребят, костюмчик на нем остался. Отлично, вот только пушки нету, поэтому я ему сейчас что-нибудь такое дам. Эдакое. Вот, ржавая снайперская винтовка. И спец он у нас по эсочкам. А эски у нас, ну это понятно, что сила, по-моему, электростанции, если мне не изменяет память. Да, ребят, электростанции. Но свободных вроде бы мест у меня, к сожалению, не... Подожди-ка, хотя вот здесь вот, по-моему, нет. Странно, очень странно. Ну-ка, давайте-ка. Так, надо еще кое-что заказать, если у нас, конечно, хватит лута, хлама. Так, здесь у нас тоже все или не все? Вот, вот сюда, Мэтью, ты и пойдешь. Будешь здесь хорошо очень вписываться в этом, как говорится, коллективчике. Ну и... Так, давайте посмотрим, что мы можем с вами... О, тут надо это все пооткрывать. Смотрите-ка, мы можем с вами коленострела легендарный выучить. 6.11. Ну, не хочу. Почему-то, мне кажется... Вау. Так, 14.19. Это у нас гвоздитрон. Гвоздитрон. Это уже что-то. Ну, смотрите, да, винтовка Гаусса. 16.17. Урон у нее получается. То есть некоторые предметы даже обычные, даже лучше, чем легендарные. Но за... Оу! Настроенный бластер чужих? 18-20? Ядрить на корень. Слушайте, тогда 16-18 улучшенная винтовка Гаусса. Ой-ой-ой. Усиленный плазменный пистолет. Ускоренный гвоздемет. Угу. Так, хорошо. Сколько там пришельцев-то эта пушка стоит чужих? 18-20, да, урон? А здесь все решено. Делаем, ребята. Я смогу ее сделать? Могу. И сколько... Да ладно. Вы шутите просто. Вот эти вот олухи решили напасть на мою базу. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же я им не завидую сейчас, ребят. Как же им будет бобо. Да, они будут, конечно, просить меня о пощаде. Но... Ой, смотри-ка, крышка здесь. И бутылка. Вау, спасибо тебе, бутылка. Давно ты мне... Чуть столько крышек надавали. Ну давайте, рейдеры, хорошо. Даже вот эти вот два паренька, я думаю, у меня вполне справятся с вами. Так, крышка с бутылкой. Как вы здесь оказались? Вы только что пришли, что ли? Как-то я вас даже не заметил. Давай. Дай мне крышек, пожалуйста. Так, ну что же. Смотрите, довольно неплохо у меня ребята стоят. Ой, пошла. Я же говорил, пойдет хромая плакать. Бум, упала. Ну, извиняйте. Я вас сюда не приглашал. Вы сами явились. А я буду потихоньку отхиливаться. О, все. Готовы. Лопушки. Да. Мне остается только их залутать. Ха. Yes, of course. Вот так вот, ребятушки. Так, ну что же, настало время на отправку моих героев в пустошь. Очередные задания. Блин, я в то же время смотрю за крышкой и бутылкой. Бутылку я, правда, пока не вижу. Ну, крышка здесь вроде бы веселится пока. Идет, идет куда-то. А где же бутылка-то, а? Вот она, бутылочка у нас. Ты будешь плясать или нет, ё-моё? Ну, будешь махать рукой? Нет? Ну, томит, томит меня. Вот, вот этого я и ждал. Эй, дала крышке только. Так, да, да, привет, привет, крышка. Все. Да, думаю, что большего нам от них ожидать не стоит. Все, ребят, хватит уже утомляться. Давайте-ка выбирать задание. Пустошь, рад скорпионы. Ерунда. Так, испытания игрового шоу у нас, кстати, очень много было. Но я думаю, что стоит взять. Давайте-ка мы с вами кого-нибудь отправим. Здесь, я думаю, никакого особого там не нужно, как говорится, рейтинга. Пойдут у меня вот эти вот ребята на передовую. Возьмем, наверное, штучек 7. И тут, наверное, тоже 7. Все, начать. Начать сразу.
Нет, начать задание. Начать сразу это, мы туда сразу телепортируемся и должны будут его выполнить. Но пока не об этом у нас будет речь. Так, смотрите-ка, человек-кротокрыс сразится еще с ним на его базе. Хорошо, вот такие задания мне вообще нравятся. Так, возьмем, пожалуй, тут покрепче ребят. Нужны максимально такие прокачанные. Лукас 50 уровня. Неплохо, да, ребят? Полтинник стукнул ему на днях. Так, здесь Пристан 47-й практически догоняет. Я думаю, здесь много не стоит брать. Наверное, шестерочку. И здесь шестерочку, потому что нам нужно оставить еще для базы что-то. Вдруг они у меня сейчас убегут, а на меня сейчас эти нападут. Да? И чем я буду подхиливаться? Ничем. Поэтому будем аккуратненько все это делать. Так, и какое бы еще задание мне здесь... О, смотрите-ка, здесь очень даже круто. Громадина Ильфорна. Ой, 40 уровень нужен, вы представляете, а? Ну, вот здесь 20-й. Можно, кстати, убейте светящего. Уже было такое у нас задание светящее. Это, по-моему, целься в голову. Таракан. Хорошо, мы... Нет, давайте вот этого возьмем. Занимательная ботаника. Тоже, по-моему, такое задание у нас было. Но пойдем сбегаем. Мы ничего все равно от этого не теряем. Вау. Стар паладин. У меня тоже полтинник у нее. Ух, довольно уже неплохо. Посмотрите-ка, и Сара у меня тоже полтинник. Ёлки ты моталки, а. У меня очень много козырных, ребята, жителей. Я даже сам этого и не знал. Тем, как говорится, лучше для нас. Скоро будут элитные суперзадания. Будем на них ходить, которые уже там за полтинник, за 60. И уже добывать очень-очень хорошие пушки. Ну что ж, дорогие мои друзья, а на этой ноте я, пожалуй, наверное, и буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся уже с вами в следующих видосиках. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до скорых встреч.